друзья, с вами Шулем. Играем в одну из игр Marvel. Кстати, графика вообще клевая. Ух ты. Здесь был в начале. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. В начале была такая фигня по типу. Ух ты. Так, это что у нас такое? Да. А это что у нас? Бамс. Суперспособность какая-то. Был в начале, короче, типа, роликов очень много, я их пропустил. Ну, думаю, блин, так-то они по факту ничего не дают, кроме как вступление какое-то. Возможно, есть в этом какой-то смысл. Так, давай-ка посмотрим, вот это что такое. Вот они, ролики, как бы, типа, он всех зафигарил. В точке Б чисто обнаружена бомба с антиматерией. Передвигаться, типа, что-то опасное. Ух ты, гранатка. И крандец. Не так быстро. Вы боретесь с фактами. Наука всех нас спасет. И что, твои огромные мозги ничего кроме бомбы не придумали? Иногда всеобщее благо требует жертв. Сейчас кто-нибудь спасет ее, по-любому. Ох ты, метель. Похоже, вам хочет добавить свои имена в этот список. Гром и молния. Жертва принята во имя богини. Храндец им. Ну, давай, теперь ты. Блин, что-то я не пойму. А, во. А, это метель. Это у нас гроза, да? Ух ты, ух ты. Ой, всех зафигарил. Что-то она вообще мощная. Ух ты, здесь какой босик. Попадосик. Босик-попадосик. Ну, давай, коль не шутишь. Так, это что у нас, вихрь какой-то, да? Вот, и все способности. Это у нас чуть непонятно. А вот этот последний. Блин, последнюю не использовал. Что-то я... Не понял, что последнее. Ну, в принципе, что-нибудь опять молнии какие-то. Признательно. Давайте обезвредим бомбу и вернемся к месту. Ух ты. Летучая голова. Похоже, что вы, герои, пусть и самое главное. Наше спасение было задумано. Еще один мир должен умереть, чтобы мы могли жить. Пусть будет так. Ух ты. Это что такое? Это кто там сделал защиту? А, Старк. Теперь опять сейчас Старк будет фигариться. Каждый здесь из героев Marvel будем. Я так понял, что это сюжетная какая-то. Вы должны быть благодарны уже за то, что мы вообще запачкали руки. Эти ваши крохотные ручонки. Нет, стоп, сейчас. Бля, это крак или как для этого нужно? Нет, стоп, как там в черепашках ниндзя такой? Внутри себя сидел. Еще не помню его. Гений и ум. Так, о, убили. Ха, будь ты проклят, Старк. Оставь это героям. Так, это что у нас? Лазер. Давай-ка посмотрим. Так, а это что у нас? Вот, давай-ка и по вам. Так, и давай-ка полную, надеюсь, понравится им подарочек. Ох ты, суперспособность. Нет. Ничего еще не кончено. Ты говоришь, это каждый день, но всегда ошибаешься. Ой, второй.
Железный человек. О, сейчас будем играть за чувачка-паучка. Теперь и вправду следует проявлять больше уважения к своему начальству. Двое, уф. Понял, парень. У меня есть выбор? Вряд ли. Ну, типа за ним, да, побежать? Паучок. Короче, опять борется неосторожно. Прорыв. Ой, очень близко. Бомба с антиматерией готова к активации. Меньше слов и больше дела. Немедленно активируйте бомбу. Вы уверены, что именно в мой мир? Еще одна жалоба и отправишься умирать. Ладно, спокойствие, паук, приготовься. Да, понятно. Извините, что сорвал последнее собрание клуба большеголовых, ребят, но нам нужно спасти две земли. Немедленно остановись, членистоногий. Последнее осталось считанные мгновения. Наше единственное жизнеспособное решение. Нифига себе. Сейчас капаем. Фух. Ух ты. Типа мы должны по сюжетке что-то там написать. Глупец. Разве ты не понимаешь? Ты убьешь всех нас. Я честно говоря... Ух ты. Чинстоноги. Ух ты, а это кто? Ну, практически всех. А, это? Марвел. Блин, дом паучка, за паучка будем играть. За Марвел. Капитан Марвел. Танцно. Это вообще что-то непонятно здесь, конечно. Блин, просто жмешь все подряд. Придется уклониться. Ох ты. Одного зафигарил, второго тоже. Я подумал, что один из нас. А, недооценил модок. Заплатите за это. Но. Сейчас Марвел, короче, зафигарит. Он что-то напоминает, знаешь, типа Войну бесконечности, как они там перчатку все отбирали у Таноса. Сейчас какая-нибудь фигня типа будет. Типа здесь уклониться, там уклонись. О, этот пришел. Что? Сколько знаний. И ты используешь их для уничтожения жизни, а не для сохранения. Какой позор. Почему доктора Стрэндж не взяли как актера? Не изобразили, точнее, актера, игравшего доктора Стрэнджа. А сколько там этих головок? Возможно, что вместо науки нам понадобится чуть-чуть магии. Ух ты. Сейчас, короче, все пришли.
Паучок. Всех вызвал. И тут армия, тут молния. Убейте все. Ну, я не думаю, сегодня никто не убьет. Ни в одном из миров. Убейте их. А, Капитан Америка. Сейчас за Капитана Америка буду играть по-любому. Я думаю, хотел за Доктора Стрэнджа. А мне, в принципе, пофигу. То есть, пускай даже он что-то делает, я все равно так понял. Не должен это все. Тут щитон тут. Раз, два, три. Там тут вниз и бам-бам. Мне сейчас что надо? С ним драться просто, в принципе. Ага. Во, фигарил тут. Башкой просто. Что он хотел-то вообще? С головы ударить что? Они типа головастые, у них там знаний много. Я так понял, просто сюжетная линия. Я сначала думал, что не нужно начало. А тут как раз просто уже когда-нибудь стоит поговорить. Ага, сейчас так и пустили. О, вернее, нам нужно привлекать к насилию, нам Виджин. Ух ты, в пустыню его отправили. Хе-хе. Башкастый. Бля, подожди, он Виджин телепортировал? А, ну все понятно. А теперь мы за Доктора Стрэнджа, наверное, будем играть. Короче, Виджин, все системы работают в штатном режиме. Если наши расчеты верны, вы можете обратить что-то там, не знаю. Докладываю Хэнк Пинг. Реактор слияния запущен. Немедленная активация. Слияние с чем? С Луной же? Обнаружено серьезное уклонение в частоте волны. Ух ты. Ошибка недопустима. Сэр, частицы синхронизируются не так, как мы думали. Внимание всем агентам. Отказать реактор слияния. Задействовать протокол эвакуации. Вы старались изо всех сил. Ух ты, блин, даже вот пока читал, заблокировался. Есть процесс слияния, нельзя остановить. Возможно, моя способность изменить плотность в тандеме с этими реакторами. Что-то они еще делают. Позволит ли ввести мир воедино более гармоничным способом? Земля родится заново. Позаботьтесь о ней, друзья мои. Это фильм какой-то просто создали с игрой. Было честью спасать мир со всеми вами. О, слияние, смотри-ка. С другим миром. Мир.
А, то есть это разъединение было. Ладно, ребят, на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк. С вами был Швиля. До новых встреч. Пока.